Над переводом работали Кейтору и Кадзе. Озвучила Кадзе. Название всех треков из комнаты находится в описании видео. Приятного просмотра. Серьезно? Что? Что случилось? Что произошло? Еще раз. С самого начала не заладилось. Нет, серьезно. Как же это непросто? Я и так сегодня устал. Что ж такое? Что ж, начнем еще раз. Хорошо, начнем с самого начала. Как будто бы ничего не произошло. Стэй, привет! Кто-то написал в комментариях. Давайте уже начнем! А то становится скучно. Становится скучно? Начало было скучным? Мне даже пришлось начать заново, чтобы все было как надо. О, нет, просто это... музыка. Забыл? Я забыл авторизироваться в музыкальном приложении, к сожалению. Я расстроился. Чон, ты покрасился и скрываешь это? Верно. В прошлый раз меня одурачили. В прошлый раз вышло глупо. Что? Что делать? Что? Что? Что я не собираюсь раскрывать это? Ладно.
Точно, сегодня меня не провели. Они розовые? Не знаю, розовые? Ну тогда они не были черными. А, да! Я снова вас обманул. Я... Нет. Я притворялся, что меня дурачили. А, верно, верно, верно. Да. О, верно! Мои волосы черные. Мои волосы черные. О, я не должен был этого говорить. Верно. Я вас подловил. Было забавно. Что ж, да, ребята, всем привет. Это комната Чона. Добро пожаловать. Это уже 177-й выпуск комнаты Чона. Еще... Да, сегодня мы будем... О, честно говоря, я не думаю, что смогу здесь надолго задержаться. Завтра мне рано вставать. Конечно, я мог бы и всю ночь так просидеть. Но этого нельзя допустить. О, вообще, в последнее время я плохо сплю. Серьезно, это сводит меня с ума. Меня это так раздражает. Я правда не могу уснуть. А, столько мыслей в голове. Кажется, осенью я становлюсь чувствительным. Так всегда бывает осенью. Особенно в начале октября. Стоит октябрю начаться, так все. Я становлюсь очень чувствительным и мрачным. У меня много мыслей, и я легко раздражаюсь. Я очень плохо сплю, я вообще не в лучшем состоянии. Так у нас еще очень плотный график, завтра тоже будет очень тяжело. А, что ж, да. Так что, сегодня я здесь не задержусь надолго. Точно, у меня много работы. Все верно. О, да, всем привет, ребята! Добро пожаловать в комнату Чана! Это 177-й выпуск. Да, сегодня мы в комнате Чана проведем время, как обычно. Но длиться она будет недолго. Что с моими наушниками, боже мой? Нужно купить новые. Все, они уже все облезли. Посмотрим, смогу ли я купить новые. О чем я говорил? А, да. Вероятно, я пробуду здесь недолго, потому что завтра у нас очень длинный день. Завтра мне нужно встать. Нужно встать очень рано. Поэтому я попытаюсь немного поспать, если получится. Потому что в последнее время я очень плохо сплю. Меня это раздражает, боже мой. Я не знаю, у меня всегда такое бывает. Особенно в это время года. Особенно в первую неделю октября. Я испытываю стресс, я не знаю почему. В голове столько мыслей. Я очень чувствителен, очень взволнован. Чувствую себя... Ужасно, да, чувствую себя... Ужасно.
И не знаю, я просто не могу уснуть, когда, знаете, бывают такие дни, как... Как завтрашний день, мне нужно поспать, но я не могу, и в итоге это влияет на меня и на мою работу. Посмотрим, я разберусь. Я смогу. Я смогу! Ты сможешь, Чана? Посмотрим, усну ли я. Чан Бан Гоу! Что ж... Что ж, раз у нас комната Чана, значит, мы должны провести время весело, так ведь? Давайте... Отлично проведем время! Хорошо. Прежде чем мы начнем, я заказал себе еду. И если вы не против, я буду есть во время трансляции. Просто я еще не ел. Такое чувство, будто у меня нет даже времени на еду. Поэтому я подумал, что можно было бы поесть в компании Стэй. Заказ пришел! Его уже доставили. Постойте, я... Секунду, во-первых. Поешь! Все нормально. Все в порядке. Чан, поешь! О, хорошо, Стэй разрешили. Что ж тогда... Я пойду и принесу еду. А пока я включу вам песни Stray Kids. Чего желаете? Какие песни Stray Kids вы хотите послушать? Чего хотят Стэй? Песня Stray Kids. Я заберу заказ и вернусь. Да, что ж. Я сегодня не успел поужинать, поэтому поем сейчас, потому что... Мне нужно постараться пораньше лечь спать, поэтому... Я заказал еду, и если вы не возражаете, я буду есть во время трансляции. И я думаю, что вы не против, поэтому... Я пойду. Заказ, я думаю, он уже прибыл, поэтому мне нужно его забрать. Пока меня не будет, что бы вы хотели послушать? K-143. K-143, окей. Эта песня довольно спокойная. Так что нужно что-нибудь повеселее. Может, вы хотели бы послушать что-нибудь другое? Хорошо, тогда... Песня «Три рача»? Чамер? Окей. Чамер, здесь столько восклицательных знаков. Что ж, пока играет Чамер, я схожу за едой. Пожалуйста, немного подождите. Go.
А вот и еда. Давайте ее откроем. О, здорово! Хабида! О, yes! А вот и моя еда. Вкусная еда уже здесь. Пока я все приготовлю, мы послушаем еще одну песню. Отлично! Чан, что ты заказал?
Что же я заказал? Будем есть вместе с Чаном. О, верно. Да, мне очень нравится это блюдо. Здесь рисовая лапша. Я сейчас видел комментарий. Чан с кинзой или без кинзы? Это даже не обсуждается. Конечно, с кинзой. Это же вкусно, почему вы спрашиваете? Нужно есть с кинзой. Когда я ем вьетнамские блюда, то ем их вместе с кинзой. Банчан фанат фо? Все верно. Я сейчас не шучу. У себя дома или в компании я ем фо хотя бы один раз в день. Серьезно. И меня всегда удивляло, что есть такие люди, которые говорят: «О, что мы сегодня поедим?» Не знаю, допустим, «О, сегодня мы ели мясо, значит, поедим сегодня что-нибудь другое». Я не понимаю, почему? Я просто не понимаю этого. Почему? То есть, почему? Если еда вкусная и хорошая, я хочу есть ее каждый день, разве нет? Так что поэтому, серьезно, я ем фо каждый день. О, выглядит аппетитно. Я такой голодный. Да, в общем, я заказал очень-очень вкусный фо. И да, я как раз говорил о том, что я к нему пристрастился. Я ем его хотя бы один раз в день. И да, он очень вкусный. Это очень вкусно. Мне очень нравится. Очень-очень хорошо. Очень-очень-очень хорошо. Да, итак. Минутку. Хорошо. Обожаю его. Честно говоря, думаю, что... Я думаю, есть немало ресторанов, где подают фо. Но есть одно место, у которого быстрая доставка и много разных блюд. Думаю, компания часто делает там заказы. Наверное, владелец знает, что это я. Потому что я часто заказываю из компании. Должно быть, он уже запомнил меня. Постоянный покупатель, да, я постоянный покупатель. Что за место? О, это... О, название длинное. Итак, вьетнамский фо. Монста фо. Да, монста фо. Нет, место прекрасное. Там все очень вкусно, очень. Я всегда им с большим удовольствием. Что ж, давайте попробуем эту вкуснотищу. Ну что, начнем. Вкуснотища. Очень вкусно. Очень вкусно. Что-то с чем-то.
Почему так вкусно? Чжи-чжан. Чжи-чжан. Очень вкусно. Это... очень вкусно. Очень... очень вкусно. Я впечатлен. Да, что ж. Сегодня в комнате Чана я буду есть. Сэс чун пуражо? Мажайо. Сэс пуражо. 아. 스트레스 других стран не нравится часто использование автотюна. Да. Нам нравится его использовать. Нам нравится автотюн. Нам нравится его использовать. Простите, если вам не нравится, что мы используем автотюн, но нам нравится его использовать. Простите. Это весь заказ? Да, я больше ничего не заказал, только фо. Да. О, это очень вкусно. Он очень вкусный. Очень вкусно. Итак, вышло очень много видео. Думаю, было бы здорово посмотреть их вместе со Стэй. Давайте вместе их посмотрим. Где оно? Это я включал в прошлый раз. Постойте. О, что? Так много? Может начать с этого? Окей, так, 그러면. Сейчас мы с вами посмотрим первое видео. Let's go. I'm not afraid to die.
закончилось вот так. Здорово! Но жаль. Я чуть не взорвался, но эту часть не показали. В любом случае, это был... Я только что посмотрел. Альбом Stray Kids Maxident, Unveil Track номер 2, Chill. Очень-очень-очень здорово. Ребята, как вам видео? Мне интересно, что вы... почувствовали после просмотра? Ты все пропустил, пока ел. Вообще-то нет, я все видел. Нет, не, правда. Мне очень понравилось. Послушаем, когда выйдет. Сейчас я не могу включить. Хорошо, итак, что мы посмотрим дальше? Сейчас. Хватит? Посмотрим это вместе. Следующее видео, погнали! Здесь показали гораздо больше. Честно говоря, здесь показали много трирача. Интересно, что они показали определенные части. А, серьезно? О, правда? А, это... это немного... как бы сказать, честно говоря... я давненько не делал подобного. О, и немного нервничаю. О том, что подумают Стэй. Я не знаю. Выберу то, что мне нравится. Ладно, идем дальше. О, как и ожидалось! Перейдем к следующему видео. Thank you.
Да, то, что мы посмотрели. А, видео, которое мы смотрели ранее, это было Unveil Трирачи, песня Трирача. А сейчас мы послушали Unveil трек номер 3-2, Taste. Мы увидели настоящее мясо от нашей дэнс-рачи. Просто огромное влияние. Они оказывают очень большое влияние. Давайте перейдем к следующему. Переходим к следующему. Да, видео, которое мы посмотрели, это Unveil трек номер 3-3, Can't Stop. Наши Сэнмини и Йени, Unveil трек от Vocal Rachi. С участниками, как бы сказать, что это? Я думаю, нам всем было очень весело работать. Песни, правда, очень... очень хороши, они подходят каждому участнику. Почему он? А, почему Сэнмин похож на пингвина? Очень мило. Я сейчас с ума сойду. Это очень мило. О, серьезно, Сэнмин пингвин. Итак, остался еще один трек. Посмотрим его вместе. Давайте посмотрим его вместе. Так, давайте глянем его вместе. Give me your TMI. Да! Видео, которое мы посмотрели, это из альбома Maxident, Unveil трек номер 4, под названием Give me your TMI. Твой TMI!
Скажи его! Сколько шоколадок я съел? Я немного съел. Я вообще их не ел. Чана, когда выйдет клип? Когда выйдет клип? Я думаю, он выйдет. Вам понравился бридж? Не могу дождаться, чтобы увидеть это. Точно, это была поцелуйная бомба. Поцелуй бомба. Поцелуй от бомбы. Бомбовый поцелуй. Что-то вроде этого. Чан, сегодняшний TMI? Сегодняшний TMI? Сегодняшний TMI. Сегодняшний TMI. Честно говоря, мне... очень от этого грустно. Мне грустно. Произошла неприятная ситуация? Да, это неприятно. Что же произошло? Как вы знаете, ребят, мне... очень нравится лол. Лол, сонсапкюк말고, 저 이제 롤체를 이제 엄청 мне очень нравится эта игра. В общем, я зашел в эту игру спустя долгое время. У меня не так много свободного времени, поэтому я играю, когда оно у меня есть. Мой аккаунт оказался заблокирован. Я просто... что это такое? Как это произошло? Поэтому... я хотел выяснить, в чем же причина. Я хотел связаться с ними. Связаться по телефону. Но у меня не было номера. Можно спросить в разделе для вопросов. Но я не мог этого сделать. Как бы ни старался. Но... а, кстати! Когда это все произошло? Это все случилось в начале года. Поэтому я продолжал их спрашивать каждый месяц. В чем причина, но... они продолжали говорить, что работают над этим, но результата никакого не было. Так что... все было по-прежнему, мне было интересно, не допустила ли я какую-нибудь ошибку. Я играю в лол с телефона, но знаете, с телефона ведь нельзя писать, я вообще не могу общаться с другими. Так что я не мог сказать ничего такого. Я не мог сказать ничего странного. Теперь я не могу играть. Это очень, очень грустно. Точно. Чан, по-английски? А, да. Вы хотели TMI, и TMI будет следующим. Все началось в этом году. По какой-то причине. Мой... не знаю почему. Я думаю, Риот просто не любит меня. Возможно, причина в самом Риот, но... Мой аккаунт в Лига Легенд был заблокирован. Заблокирован навсегда, и я просто... что происходит? Я пыталась найти их номер телефона, чтобы обсудить эту проблему, но они даже номер не указали. И тогда я пыталась отправить им имейл или что-нибудь такое, нужно было обсудить с ними этот вопрос, поэтому я отправил письмо. Я просто хотела узнать причину, почему меня заблокировали, я написал, можете объяснить, в чем причина? Ничего, типа, они просто сказали, что работают над этим, но мне бы все равно ничего не вернули и ничего не исправили. И что забавно, так это то, что... это было в феврале этого года.
И каждый месяц я отправлял им письмо, в котором спрашивал: «Вы решили проблему? Что происходит? Ребята, если что, напишите». Но они повторяли одно и то же, поэтому я такой: «О мой бог, я просто хочу поиграть в свои игры, и все. У меня не так много хобби. И я просто хочу провести свободное время за играми, но по какой-то причине меня заблокировали. Я даже думал, не допустил ли я какую-нибудь ошибку. Возможно, я сделал что-то или сказал что-то плохое, но потом я стал думать. Ведь я играю в Teamfight Tactics на телефоне. Играя на телефоне, ты не можешь писать. Ты ничего не можешь писать, когда играешь. Поэтому я не могу общаться с другими игроками. Что значит, что я не мог сказать ничего странного или плохого, когда я играл? Отсюда вопрос, почему меня вообще заблокировали? Просто в этом даже нет никакого смысла. Такой вот триот. Я просто... Что происходит? Это еще не все. Я потратил очень много денег на мой аккаунт. Просто все эти персонажи, скины и прочее. Все такое милое. Поэтому я потратил очень много денег на этот аккаунт. Это все очень... Это просто все очень грустно. Мне так хочется поиграть в игру. Я хочу поиграть в эту игру, но у меня нет такой возможности. Да, так что... Если кто-нибудь из Stay работает в Riot Games, не могли бы вы мне объяснить, что происходит? Это реально грустно. Нет, просто... На моем аккаунте есть персонажи и скины на них. Они мне очень нравятся. И я много всего приобрел. Мне все это нравится. Поэтому потратил так много денег. Я не знаю, по какой причине мой аккаунт заблокировали. Это просто какая-то бессмыслица, ведь так? Так что я очень расстроен. Почему так? Серьезно, почему так произошло? Мне даже пришлось пройти через некоторые процедуры. Они попросили меня сфотографировать мое удостоверение личности и отправить им фото. Я все сделал, как они просили. Но ничего не произошло. Так в чем же дело? Я даже отправил им регистрационную карточку иностранца, но я не знаю, что произошло. Я расстроен. Думаю, что... Я рассказал вам бесполезной темой. Я тоже играю в ТФТ. Да, вот только я сейчас не могу. Чон, если зайти на главную страницу, то можно увидеть причину блокировки. Да, я знаю, но я не делал ничего такого, что... о чем там было написано. Поэтому я и написал им. Я... пытался все выяснить, но писали только: «Пожалуйста, подождите». Прошло уже 8 месяцев. Я делаю все возможное. Что ж, да, это был мой бесполезной темой. Спасибо, что выслушали. Большое-большое спасибо. Фу, очень вкусный. Ну, это правда вызывает... некое беспокойство, потому что... типа, я разговаривал с... со стафом Riot Games, с разработчиками LoL, и я спросил, что я должен сделать, чтобы все уладили, и хочу вернуть свой аккаунт. И они мне сказали: «Хорошо, но нам нужно убедиться, правда ли это вы? Вы должны прислать нам свою ID-карту!» Я подумал: «О, ладно, но в ID-карте у меня все мои данные. Ничего страшного!»
Ну, понимаете, я хотел разобраться, я хотел справедливости. Хотел, чтобы все было справедливо, поэтому... Хорошо, я отправлю свою ID-карту и отправил им свои данные, и... Ответа не было, не было фидбэка. Почему? Что происходит? Я просто хочу поиграть в игру. Я столько потратил на эту игру. Возможно, это еще одна причина, почему я такой напряженный в эти дни. Мне просто нечем снять стресс. Ну да. Спасибо, что выслушали мой TMI. Чан, приятного аппетита! О, спасибо! Чан, можешь включить Simple Venom? Simple Venom? Simple Venom! Секунду. Я найду его для вас. Но сначала немного поем. Включить. Сейчас я его найду. Думаю, это здесь. Они... Динамики были включены. А, зачем они? Послушаем вместе. Нашел! Послушаем. Да, это он, но... Чтобы он соответствовал... биту, я немного... изменил его звучание. Стэй, это он! Да, это этот сэмпл. Это потрясающе. Точно. Вот так. Но это сделал не я. Это сделал человек, с которым мы работали над треком. Это он сделал этот сэмпл. О, мне он очень нравится. У меня тоже был сэмпл. И я подумал, вот это да! О, да он просто... гений! Что ж, это сэмпл! То есть я думаю, что это сэмпл Веном. И... потому что не я его делал. Это не я, тот, кто его сделал. Это был Даллас Кей. Да, потому что мы сотрудничали с ним много раз. И он прислал нам трек, в котором было это. И тогда я подумал, я слышал это и раньше, очень много раз, но потом я понял, что он у меня есть. Этот сэмпл. И я просто, о, так вот как он его использовал. Это невероятно, очень умно, просто гениально. Почему я до этого не додумался? В общем... Да, в общем, он отлично поработал над сэмплом.
Это ведь Даллас Кей. Рад снова тебя видеть. Но я... Да! Это был сэмпл Веном. Мне скоро нужно уходить. Да. Думаю, мне пора. Но... Этот фу такой вкусный. Удачи Чану и Стрей Кидс. Файтинг! Куда ты? Куда? Мне нужно идти спать. Серьезно? Серьезно, мне нужно... Я пошутил. Просто... Я должен встать через 6 часов. Точно. Но будет весело. Чан, почему ты не проводишь трансляцию в свой день рождения? Все очень просто. Все дело в том... Думаю, Стэй и так знает, что я такой человек. Я никогда... Не... В общем, я не считал свой день рождения таким уж важным. Просто... Мне просто, знаете, просто... Как-то... Как-то некомфортно. Нет, не то чтобы некомфортно, просто... Просто это обычный день. Просто... Да, просто обычный день. Возможно, я просто такой человек, который не любит излишнего к себе внимания. Да, так что... Компания к этому не причастна, не в этом дело. Просто чтобы Стэй поняли это правильно. Скорее, наоборот! Компания хочет этого? О, Чанна, не хочешь провести V-Live на свой день рождения? А, нет, я не хочу этого делать, извините. А, да, все в порядке, хорошо. Именно поэтому я думаю, что мне с трудом... Все... Это... дается. День рождения! Я не считаю свой день рождения каким-то особенным. Серьезно, это просто серьезно. Правда. Я знаю, Чана. О, да, все знают это. Вы знаете об этом? Чан, я тоже. Верно. И я. Тех, кто знает гораздо больше, чем я думал. Все верно. Честно говоря, так всегда было, все время. Еще со времен, когда я был стажером. Просто я считаю. То есть, просто
Я считаю день рождения обычным днем. Я думаю, это здорово, когда празднуют свои дни рождения. Но для меня это немного неловко и некомфортно, поэтому... Когда я был стажером, поэтому я лгал. Я лгал насчет своего дня рождения. Я всегда был таким. Ну, действительно. Да, удивительно, что люди, которые заботятся обо мне, продолжают это делать. Даже если я не хочу проводить праздничных трансляций. Но компания все равно заботится о таких вещах. Вам хорошо видно? Спасибо, что приготовили это для меня. С днем рождения. О, нет. А, с днем банчана. Да. С днем банчана. С днем чана. Здесь нарисован я, смотрящий на океан и Харбор Бридж. В общем, вот такой торт приготовила компания. Наш Диван! Наш Диван! Серьезно! Я здесь один и хочу поблагодарить наш Диван! А, серьезно, наш Диван! Прошу прощения перед другими делами! Но я очень благодарен нашему Дивану! Серьезно! Я очень благодарен нашим Хёнам и Нунам! Нам очень комфортно работать, и я счастлив, что могу справляться со своим графиком и проводить счастливое время. В общем, наш Диван, большое спасибо за вашу заботу о нас. Спасибо. Но Чан не любит торты! Это правда. Все верно. Это полная правда. О, но... Я ценю их усилия и заботу. Может, я не люблю торты, но здесь такой красивый рисунок. Большое спасибо. О, Стэй, правда все знают? Чан, ты не любишь получать подарки? Торты и цветы. Все так. Это очень забавно. Разве нет? Я не люблю торт, не нужно было его показывать. Потому что Стэй слишком хорошо меня знают. Очень смешно. А, думаю, мне пора идти. На этом комната Чана подходит к концу. О, Стэй, большое спасибо, что пришли сегодня. Кажется, я хотел что-то сказать. Или нет? Что ж, ребят, завтра... О, нет, не завтра, сегодня. Сегодня же воскресенье. Хорошо, отдохните. Думаю, мне тоже нужно отдохнуть. А также... Завтра понедельник. Так что всем удачи. А мне пора идти. Я сделаю все возможное. Файтинг! Я смогу. Ты справишься. А, ну, завтра всем нужно рано вставать. Верно. О, ребята, вам тоже пора идти спать. Ребята, не делайте, как я. Вы должны идти спать. Увидимся завтра. Так что ж, мне пора идти. А теперь я пошел. Спасибо, Стэй. Спасибо, Бэйби Стэй. Увидимся в следующий раз. Пока. Спокойной. Увидимся завтра утром. Пока.